занимаются ее приготовлением, сервируют и красиво подают. Да, кстати, все сидящие в этом зале относятся именно к этой категории людей. Уважаемые коллеги, мы все с вами служим великому слову «культура». Как известно, культура – это олицетворение красоты, изящества, грации. Однако после ежедневной круговерти праздников для других порой так хочется стать простым зрителем. Тем более...